Женский хоккейный турнир в Стерлитамаке начался. Состоялись первые игры. На льду Стерлитамак-арены днем встретились команда СЛУ из Казахстана и сборная СНГ. Вечером уфимская «Гидель» и «Скиф» из Нижнего Новгорода. В нашем дневнике подробности. Сборная СНГ – один из претендентов на победу в турнире. В отличие от других команд, сборная СНГ экспериментальная. В нее вошли хоккеистки из трех других сборных участниц турнира. По 5 девушек от каждой. На первый взгляд, несыгранная команда закатила шайбу в ворота лучшей команды Казахстана, но все же проиграла. Итоговый счет наблюдатели назвали справедливым – 3-1 в пользу сборной Алма-Аты. Между матчами тренеры дали пресс-конференцию. Турнир только начался. Оттого и говорили в основном о первых впечатлениях. Организовано все на высшем уровне. Вот. Быт. Тренировочный процесс, сам турнир. Вот, всем большое спасибо за такую организацию. Вот. Очень приятное впечатление о городе. Завершая общение с прессой, тренеры высказались за придание турниру ежегодного статуса. Игру вторую предваряла церемония открытия. Гостей угостили башкирским национальным блюдом «Чак-чак». Сошлись фавориты. Дублирующий состав одного из сильнейших в России клуба «Скиф» сразился с нашими землячками «Агиделью» из Уфы. Два периода прошли под жестким прессингом башкирской команды 0-1. Я оцениваю игру нашей команды очень положительно. У меня девочки молодые, 2000-2001 год. Поэтому очень замечательно. Два периода 0-1 против такой сильной команды, как «Агидель», я считаю, это хороший показатель. Третий период поставил точку в споре нижегородок и уфимок 0-4. Во втором опять у нас произошла некоторая такой сбой по нашей установке. Зашли к команде на третий период, они уже вышли, уже показали тот хоккей, который мы от них и требовали. Это была первая игра в сезоне. Она, конечно, волнительная была. Поначалу мы вышли, почувствовали лед, соперника поняли. Потом обсудили в перерыве, и потом уже вышли и как бы довели до победы. За игрой «Агидели» и «Скифа» наблюдали больше 1000 зрителей. Вы можете присоединиться и поболеть за любимую команду. Вход свободный. В среду в Стерлитамак-арене также два матча. В 15 часов уже состоялась встреча «Скифа» из Нижнего Новгорода и «Айсулу» из Алма-Аты. В 19 часов уфимская «Агидель» играет со сборной СНГ. У команд «Айсулу» и «Агидель» по 3 очка, остальные пока ни с чем. В завтрашнем выпуске дневника мы продолжим рассказ о первом предсезонном международном турнире по хоккею среди женщин. Результаты сегодняшних игр в следующем выпуске программы «Время новостей». В четверг, внимание, игры пройдут на полчаса раньше. В 14:30 «Скиф» и сборная СНГ, в 18:30 «Агидель» и «Айсулу». Информационные партнеры турнира: Авторадио Стерлитамак, Русское радио Стерлитамак, Радио Энерджи, СТР Медиагруппа и Стерлитамакское телевидение. Артем Ланягин, Вадим Гемансаров, Игорь Яковлев, Стерлитамак, служба новостей.